Я стоял за барной стойкой и потягивал мутную красную дрянь, на бутылке которой было написано «Красное вино». Не, это не вино. Это спирт с ароматизаторами виноградного уксуса, который местные торгаши пытаются втюхать нам вместо качественной продукции. По мне так лучше водка, она от радиации тоже неплохо лечит. Бар «Пьяный бюрер» был относительно новым заведением. Хоть напитки здесь и не очень, зато только тут можно было недорого обзавестись хорошей снарягой. Оставив на столе недопитую бутылку, я направился к бармену, чтобы сбыть небольшой хабар, который я раздобыл в эту ходку. «Слышь, Зуб, дай-ка мне 5 коробок бронебойных ККМ и 2 обоймы КПМ». «А бирюльки?» «Извини, брат, понимаешь, у меня договор с Сидоровичем. Он мне кое в чем помог, а у меня должок, сам понимаешь». Он с угрюмым видом развернулся и потопал в подсобку. «Стой, я тут пару чейзеров и обрез раздобыл. Возьмешь?» «Спрашиваешь, у меня последний чейзер вот-вот забрали». На его лице расплылась добродушная улыбка, видимо, я поднял ему настроение. «Вот, держи заказ. И еще». Он заговорщицки подмигнул и указал на дверь, которая вела на второй этаж. Мы поднялись наверх. «Слышь, мне тут один детектор новый подогнали, и еще никто не пользовался даже. Хочешь купить? Недорого возьму, достойная вещь». «Сколько?» «Штука, как для постоянного клиента. Вообще, я бы его за 2 скинул, но ты человек хороший, порядочный, хоть и сталкер. Бери». «Ладно, тогда возьми мой медведь, все равно барахлит, зараза». Я взял детектор и засунул его в нагрудный карман комбеза. «Эй, сталкер, тут дельце одно есть. Хочешь подзаработать немного?» «У меня времени в обрез, давай быстро». В общем, расклад такой. Как раз в деревуху Синера направляется один сталкер. Что у него там такого важного, я и сам точно не знаю. То ли у него артефактов выше крыши, то ли документы какие-то, понятия не имею. Моя задача — найти исполнителя. Но твоя сам знаешь, не зеленый дурак». Ты тут из себя командира спецбатальона-то не строй. Сам ни черта не знает, а раскудахтался. Ладно, не заводись, ты лучше послушай. Значит, как ты сам понимаешь, до деревни он дойти не должен. Ну уж не дурак. Надеюсь на это. Сколько за работу дают-то? Приятель, сначала лучше присядь, а то стоишь как не свой. Слышь, Зуб, от ответа-то не увиливай. А ты все равно сядь. Знаю, что говорю. Не первый год в зоне с такими, как ты, работаю. Я снова сел. Затем я услышал такую цифру, после чего резко зауважал Зуба за проявленную перед этим смекалку. 50 штук американских рублей. Сколько? Что там? Пей, не пожалеешь. Ну, берешь работу? Оплата ведь хороша, ох, как хороша. Условия получения денег? Как всегда. Половина сначала, половина после выполнения задания. Фотоснимок искомого объекта? Мутная личность. Я думаю, трудновато с ним будет. А я думаю, что все как раз таки наоборот. Почему? А ты сам рассуди. Сидит он в своей конторе, торгует, покупает, продает. Понимаешь, к чему я клоню? Вроде да. Но не пойму только, зачем на него такую охоту устроили. Ведь в зоне, как я понимаю, он не такой уже и профи. Но тут уж чего не знаю, того не знаю. Ладно, уберу я твоего Дмитрия Сергеевича. Координаты объекта, надеюсь, уже на ПДА?
О, да, да, как полагается. Ну, бывай. Все равно мне уже идти пора. Бывай, бывай. Кто это с тобой, приятель? Да это... Ничего, ничего. Не беспокойся, иди своей дорогой, сталкер. Как знаешь. Я тихо шагал по тропинке, усеянной недавно опавшей листвой. Достав из прикрепленного к поясу небольшого кожаного мешочка несколько болтов, я быстро определил границы сравнительно небольшой электры, которая преграждала мне путь. Медленно обходя аномалию, я уловил какое-то движение в ближайших кустах. Из кустов на меня высунулась морда псевдоволка. Медленно вытащив из кобуры ПМ, я направил ствол в сторону мутанта. Волк смотрел на меня таким взглядом, будто не понимал, где он находится и вообще, зачем он здесь. Обычно эти твари, увидев человека, сразу нападают, как говорится, даже не спросив. Но этот был какой-то особенный. Не став долго размышлять над странным поведением мутанта, я включил спуск. Спустя 3 выстрела волк упал. Из его головы струились 3 фонтанчика крови, образовывая на земле солидную лужицу крови. Тот самый шелест, но уже сзади. «Твою мать, ну сколько же вас здесь?» Как бы в ответ на мой вопрос, из кустов высунулись морды еще 2 волков и 1 слепая собака. Первый волк ступил на поляну. Шагал он, шатаясь из стороны в сторону, чуть не падая. Мне сразу представилась картина. Сидят у костра 5 волков, глушат казаки и воют что-то явно из блатного репертуара. Слух уловил рык впереди. Рука автоматически сдвинулась на несколько сантиметров, сжимая рукоять трофейного пистолета. Первым на меня напал один из волков. Прыжок, 4 одиночных выстрела, и противник лежит с перебитыми лапами, скуля и выворачиваясь от терзаемой его боли. Обнюхав своего товарища, отдающего душу своему собачьему богу, еще один волк, пренебрежительно фыркнув и с той же походкой, что и у его 2 предыдущих собратьев, двинул по направлению ко мне. Аналогичные действия с моей стороны. Так, сталкерская меткость еще не истекла. Я поглядел в сторону еще здорового слепца и чуть было не заржал от увиденной картины. Да, день явно начинался на юмористический лад. Пес сидел на точке под номером 5 и нервно дергался, будто у него случился припадок. Пес обратил свою отвратительную морду ко мне так, словно я был причиной того, во что он вляпался. А вляпался он конкретно. В принципе, жадинка — это почти безвредная аномалия, но ее действие заключалось в том, что она приклеивала к себе все, что находилось в радиусе ее действия, который иногда достигал более чем 2-3 метра. Посмотрев по сторонам, я больше никого не заметил. Видимо, слепая собака решила не следовать печальному примеру 3 своих предыдущих собратьев. Теперь надо добить живых. Я никогда не питал особой радости к убийству, даже мутантов, поскольку я вообще миролюбивый человек. Зона пока еще не пустила во мне свои радиационные корни, насквозь пропитанные злобой и предательством. Человека она могла лишь только направлять на ложный след неистинного пути, который вскоре приводил всех, ступивших на него, к известной всем старухе с косой, собирающей свою кровавую жертву каждый день, буквально каждую секунду. Дуло пистолета уже нацелено в глаз первого волка. Выстрел. Еще 2. Ну все, теперь с этой группой покончено. Так, надо быстро сматываться отсюда. Через несколько минут все окрестное зверье будет здесь, чтобы начать свою кровавую трапезу.
или не убить? Вот в чем вопрос. Несколько изменив оригинал фразы, подумал я. Ведь еще в далеком детстве мама учила меня. «Не убей, ты же не убийца». «Да уж, не убийца», — с грустью подумал я. «В зоне без убийств прожить вообще практически невозможно. Это только болотный доктор умудряется на глаза мутантам не попадаться. Но деньги... А что, собственно, деньги? За периметром мне все равно делать нечего. А без артефактов я вообще еще ни с одной ходки не приходил». Подумав об этом, я погладил свой новый контейнер на 10 ячеек, висящий у меня на поясе. По моим расчетам, хабар, находящийся там, менее чем 1040 вообще не тянул. Кристалл, золотая рыбка, душа, радуга, кровь камня, капли, слизь, вспышка, медуза. Да, такого улова у меня уже года 3 не было. На холме неподалеку показалась человеческая фигура. Нет, решено. Не буду убивать его. Ничего мне он не сделал. Все, точка. Но лишний раз оглядеться никогда не помешает. Я припал к оптике моей СВД. Хорошее оружие. Ни разу меня не подводило. Недаром меня Ловкачом прозвали. Это был тот самый мужик с фотокарточки, которую мне недавно показывал Зуб. Разве только щетина на подбородке стала побольше, и видны синяки под глазами. Видно, долго уже на ногах. Палец машинально лег на спусковой крючок. Напрягся. Завершен, человек. Иди ко мне. Нет, больше. Не убей. Ты ведь не убийца. Но ведь в зоне нельзя без убийства. Но все равно, что он мне сделал. Все поздно, дурак. Ни об оружии и рюкзаке, ни об аномалиях, я несся по зоне, будто мутант, спасающийся от выброса. Хавло, дай тушенки сюда. Да, ну ты и жрешь. А ням, чё, блин, привал же? Привал и привал. Так что, если привал, то обязательно нажираться надо. А чё, хавать-то все равно охота. Ай, что с идиотами говорить? Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ничего не понимают, пока кровосос за жопу не цапнет. Ага, точно.